10 декабря в Хасавюрте провели инспекцию реализации республиканского проекта «100 школ». Под данную программу в городе попали школы номер 11 и 12. Глава города Зайнуддин Акмазов, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, депутаты Народного собрания Республики Дагестан Висампаша Ханалиев и Ризван Голоев, начальник управления образования Руслан Ибрагимов, представители отдела единого заказчика, подрядных организаций и родительских комитетов посетили объекты реконструкции. Так, по указанию главы республики мы уезжали в наши избирательные участки, в том числе, значит, я сегодня приехал в город Хасавюрт по программе, значит, 100 школ. Значит, мы проверили, посмотрели вместе с главой администрации города Хасавюрта Зайнуддином Дадабековичем и руководителем ГРНО Русланом Мавлаевичем, посмотрели школы, которые попали вот эту программу. Хочется сказать, что эти оба школы, которые пропали программу 100 школ, полностью, значит, они свои работы выполнили. Основной объем работ в средней школе номер 11 пришелся на полную замену окон. Деревянный ветхий пол актового зала был заменен на плиточный, а пол сцены полностью обшит ламинатом. В этом же зале были установлены тепловые радиаторы. Что касается средней школы номер 12, тут проведена полная замена кровли, рассказывает начальник участка Малик Байтимиров. Работы начались в обоих школах 11 и 12 в октябре месяце, в середине октября. За короткий срок строителями выполнен значительный объем работ на сумму по 3 миллиона 200 тысяч по каждой школе. Так, в 11 школе заменены все деревянные окна на пластиковые, 100 штук. Окон в квадрате где-то 400 квадратов. С откосами, побелкой, покраской последующей. В актовом зале заменены старые дощатые полы на плиточные с устройством утепления и стяжки. Облагородили подиум, покрытие подиума ламинатом и МДФ. По 11 школе работа завершена, по 12 вот сегодня-завтра вот эту крышу планируем завершить. Осталось буквально один, максимум два дня. Общая сумма освоенных средств на объектах составила 6 миллионов 400 тысяч рублей. Часть финансирования пришлась на региональный бюджет, местный муниципалитет и безвозмездные поступления от местных меценатов. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».